совладелец военного завода, стратегического завода, живет в Германии и, соответственно, каким-то образом, или не каким-то образом, а серьезным образом влияет на ситуацию на заводе. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Кто сейчас возглавляет завод? Новое и старое руководство. Об этом можно поподробнее, наверное, рассказать. Уже упоминал, что в 2014 году предыдущее руководство увезли в наручниках. Да, вот. Интересно. По факту сейчас эта группа лиц, жуликов, сейчас руководит. Это конкретно господин Гарин, конкретно господин Кривенко и вновь избранный генеральный директор господин Рудыко, которого мы никогда не слышали, его не видели. Вот сейчас эти люди руководят этим предприятием. Те люди, которых увезли в наручниках из кабинета за то, что они обокрали завод, они отсидели и опять вернулись на это предприятие. Совершенно верно.